наручники и сорви их. Придется использовать крюк. А вот и второй. Рубильники включены. Люди черной руки совсем близко. Просто выруби главную панель. Мира, мы в деле. Созывай остальных. Жду распоряжений. Давай зададим им жару. Рико, ты должен вернуться. Как вовремя ты добыл эти пушки? Черная рука расставляет войска по реке. Нас слишком мало, мы не пройдем. Есть идеи. Ты натворил в трущобах такого, что мы стали солдатами. Больше хаоса. Будет больше новобранцев. Целая армия хаоса.
Этого ты хотел с самого начала? Этот остров принадлежит Оскару Спиносе. Те, кто идет против него, лишаются работы и крыши над головой. Но даже если они попытаются, что они могут против черной руки? У нас общая цель, Рико. Ты поможешь этим людям победить черную руку, а мы поможем тебе добраться до Оскара и Спиноса. Ладно, Мира. Будь по-твоему. С чего начнем? Есть пара идей, Рико. Я отправлю информацию тебе в глаз. Целая армия хаоса. Точно. Армия хаоса. Кое-что для тебя подготовили. Отправляю тебе свои координаты. Сюда! После войны хочу купить в городе пивовар. А я вернусь на федерацию. Хочу в следующем году побольше фасоли посадить. Это еще что? Каждый день вечеринка. Пить буду, пока не вырвусь. А потом начну закидывать в грибок. Все по местам! 60 секунд на сборы! Ты устроил засаду? Да. Большинство находок — стандартные боеприпасы черной руки. Но еще там было это. Не знаем, для чего это. Не хотим рисковать. А в грузовике осталось еще несколько. Хорошая находка, сержант. Они пригодятся. Есть отвертка? Ты что, установишь это на крюк? Реально? Всему можно найти применение. Что будешь с этим делать? О, круто! Черная рука близко! Проклятие. Ладно, я поведу грузовик. Рядом есть вертолет, готовый принять груз. Я за тобой пригляжу. Спасибо тебе, друг. Двигаем! Народ! Идут! Быстрее! Пошли отсюда! Шарик отличный, да? Думаю, может пригодиться. Где ты научился устраивать засады? Вель-Абисмо, ты появился из ниоткуда! Боевики черной руки даже не успели понять, что произошло. Просто потрясающе! Проклятие! Взять его! Что? Это что там на дороге? Видимо, тут был бой. Есть идея, Рико? Да, всего одна. Штаб, у нас чужак внутри периметра.
Подтверждаю контакт с противником. Можно атаковать. Противник не стал наступать. Сохраняем бдительность. Своим подъемником? Чудесно! Вот о чем я говорю. Вот такие случаи... Думаешь, из меня получится хороший агент? Вроде тебя. Следи за дорогой, сержанта. Я думаю, что справлюсь. Мне всегда хотелось сделать что-нибудь важное. Это сложно, сержанта. Ладно, ладно. Потом. Черт. Снова? Я расчищу дорогу. Примени шарики против гадов из черной руки.
слышишь? Кажется, с грузовиком беда. Черт! Снова? Я расчищу дорогу. Примени шарики против гадов из черной руки. Прошлый период жизни научил меня импровизировать. Да? Вырос в трущобах. Мама умерла, отец ушел. Сам понимаешь. У меня такой подход, сержанта. Каждый сам для себя стратегию выбирает. Славно. Наверное. Пока что я думаю только о том, как добраться до точки эвакуации. Эвакуации? Твою мать! Надо с ними связаться! Сделаешь, Рико? Хорошо. Тукан! Тукан! Да, мы подождем. Конец связи. Все пока хорошо. Первое задание обязано пройти с некоторыми помарками. Просто соберись, сержанта. Веди, они все прибывают. С некоторыми помарками. Просто соберись, сержанта. Веди, они все прибывают. Ясно, здесь чужак. Всем отрядам вступить в бой. Только посмотрите. Безумие! Получается? Разберешься с кое-какими помарками и будешь полезнейшим человеком для армии, сержанта. Знаешь, я хочу быть в теме, как ты. Знаешь что? Ты уже в теме. Ага. Да, пожалуй, что так. Thank you.
отступать. Сохраняем бдительность. Мы на месте, но эвакуировать нас пока еще некому. Это последний. Можно выдохнуть. Мы их задержим, пока вертолет не прибудет. К бою, ребята! Черная рука хочет вернуть свой груз. Я добуду тачку! Да, по нему слишком много стреляют. Ты сам справишься? Да. Да, я тебя понял, Рико. Я буду работать в тылу. Заботиться, чтобы армия ни в чем не нуждалась. Спасибо за совет. В армии принято держаться вместе. Да. Слушай, а ты поможешь мне обучать новобранцев? Спорю, личная встреча с тобой здорово поднимет им боевой дух. Да, конечно. Пока, сержанта. Цель на линии огня! Больше не вижу цель. Веду поиски. Контакт с целью потерян. Ясно. Нужно найти цель. Нет контакта с противником. Перегруппироваться. Привет, Рико. Мне звонил этот парень, Хави Уэрта. Мы для него делали кое-какую работу. Думаешь, он может быть нам полезен? Возможно. Он пытался бороться со Спиносой. По правде говоря, я считаю, что ты мог бы ему помочь. Я этим займусь. Спасибо. О, и кстати, кое-что еще. Эй, Сарж, ты сказал, что я могу звонить на этот номер? Ты еще кто? И Родригес тоже с нами на связи. Славно. Слушай, милый, я хочу помочь твоей маленькой революции. Поснимать немного у реки. Заскочи, пообедаем вместе. Пока. Кто это был? Кажется, она кинопродюсер. Я встретился с ее командой у Эль Абисмо. Она расспрашивала о тебе. Кажется, она хочет помочь. Сержанты на связи. Рико, в Академии Ванай действует несколько центров промывки мозгов. Промывки мозгов? Это экспериментальная программа. Черная рука берет жителей Солиса, которые не в силах выплатить долги, и насильно их...
это нужно прекратить. Черт. Я скажу, когда буду на месте. Отдохнуть.